Репатриация в Израиль из России выросла в 4 раза. В этом году, по данным Министерства абсорбции и интеграции, алию совершили более 60 тысяч человек. Из них 32 494 из России. Помимо этого, 14 450 граждан прибыли из Украины, 3 280 из Северной Америки, 1957 из Франции, 1750 из Беларуси и 1474 из Эфиопии. На следующей неделе в Ашдоде пройдет специальная конференция для эмиссаров, которые работают с еврейскими общинами по всему миру и помогают им с репатриацией согласно закону о возвращении. На мероприятии будут подробно освещены разнообразные программы абсорбции, предлагаемые иммигрантам.